подбородок на меня и вниз. Да, взгляд на Юлю. Да. А теперь давайте сделаем что-нибудь более провокационное. Угу. Ага, и стоп. Да. Ну, давайте посмотрим. Бусинки мои, альбом готов. Это будет бомба! Может, так попозируем? Нет, мы не будем так позировать. Я сказала, хватит. Здравствуйте, Лена. Меня зовут Владимир Казаков, я продюсер. Я хотел бы с вами встретиться, у меня есть к вам деловое предложение. Я буду краток, Лена. Я предлагаю вам сделать сольную карьеру. А как же бусы? Как только вы подпишете контракт, вам из группы придется уйти. Оля, наконец-то. Вы скорее переодевайся, у нас полдесятого встреча по поводу нового альбома. Видите все? Мы поговорим на 5 минут. У меня будет сольная карьера. Я завтра улетаю в Москву. По договору с Владимиром я должна буду покинуть вуз. Мне очень жаль, но... Если ты сейчас выйдешь из этой гримерки, все закончится. Ты меня слышишь? Весь этот проект, весь этот успех, все это будет зря. Ты предашь всех, включая меня и Ваню. Лен! Лена! Что с тобой такое? Ты всю дорогу какая-то потерянная. Да, Викуся вернулась с учебы. Сейчас ее покормлю и приеду, все обсудим. Хорошо, Юлечка. Только не забывай, что выступление на радио очень важно. Вы можете ответить, с кем я буду петь? В договоре об этом ни слова. С кем должна петь Лена? Юлия Орлова. Заказчик хочет, чтобы вы спустя 20 лет вместе спели снова. Случилось то, о чем я так долго думала, столько раз представляла, как это произойдет и произойдет ли вообще. Просто понимаешь, наша с Леной группа распалась 20 лет назад, и с тех пор мы не пересекались, не встречались, не общались, ничего. Ну ты пойми, между нами с Юлей все очень тяжело и все запутано. Мы слишком долго работали вместе, мы просто... За эти годы мы устали от друг друга.